словно катаясь на американских горках. То взлет эйфории, то падение в самую глубокую депрессию. Но самое страшное, что я никогда уже не смогу остановить этот аттракцион. Понимаешь, Леночка, маниакально-депрессивный психоз не такая редкая штука в наши дни. К сожалению, каждая сотая женщина на планете страдает от этого. Первых признаков болезни никто не заметил. Это было накануне свадьбы. Мы с Сашей работали архитекторами в одном бюро. Весь день находились на работе, а вечерами делали ремонт в его квартире. Там мы хотели поселиться после свадьбы. Я была сильной, веселой, уверенной в себе. Я сейчас на работу. Обедать не приду. Мы с Нелли хотели по магазинам пройтись. А что это за джим, а? Сколько в нем е? Доброе утро для начала, доченька. Доброе утро, папочка. Доброе утро. Доброе утро. На ужин тоже не приду, потому что мы с Сашей хотели посмотреть мебель. Еще утро, а ты уже переполнена вся с заботами и хлопотами. Успокойся, сядь, спокойно кофе попей. Целый день впереди. Ну что ты, мамуля, у меня нет ни минуты. Все, пока. Пока. Не девушка, а метеор. А, как и все в ее возрасте. Ой, давненько я таких тяжестей не таскала. Я на ногах держусь. Да мы не купили и половины того, что я хотела. Слушай, а хочешь, я тебе покажу мои вчерашние покупки? Давай. Это для гостиной. Отлично. Классно, да? Так. Для спальни. То, что надо. Сашке понравится, да? Шторки для ванн. Кофе с молоком и зелененько. Какая лучше? Я бы выбрала вот эту. Кофе с молоком. Да, я думаю, да. Знаешь, а вообще, по-моему, ты поторопилась. А вот это вот все обычно дарят на свадьбу. Ну, а если мне какую-нибудь дешевку подарят? Нет. Я хочу, чтобы у меня в доме было то, что мне надо. Понятно. Подожди, это что, соковыжималка? Мы же только что купили еще одну. Ну да. Подожди, а зачем тебе две соковыжималки? Ну, у них и дизайн разный. Кстати, мне Лиля дала шикарный рецепт домашнего майонеза. Какая Лиля? Значит так, в миске нужно взбить желтки с растительным маслом. Причем, самое главное, чтобы желтки и масло были непременно одной температуры. Непременно одной? Слушай, а ты пробовала рыбу под лимонным соусом? Нет. Нет? Мамочка, я же на работу опаздываю. Все, побежали. Ну, давай быстрее. Слушай, а как продвигается твой проект жилого комплекса? Супер. Главное, одобрил мой проект. Ну, а что ж ты молчала? Я поздравляю тебя, ты у меня просто умница. Саша, а тебе не кажется, что нам дали не тот свет, который мы выбрали? Да нет, это тут. Просто первый слой еще не высох. Жульё, предлагают одно, а продают совсем другое. Значит так,
пошли в магазин, они обязаны поменять краску. Не надо, не торопись. Давай докрасим эту стенку, дадим ей высохнуть, а потом посмотрим. Хорошо? Хорошо. Давай только докрасим сразу всю комнату. Ну зачем же всю? Ты же не уверена в этом цвете или уже нет? Почему столько вопросов, а? А тебя, Нелли, я не знаю, сговорились что ли все сегодня? Смотри, сколько я сделала покупок. Она обвинила меня в расточительстве. По-моему, у тебя действительно появилась мания делать покупки. Саша, я могу обидеться. Смотри, какая прелесть. Это гостиная. Еще две соковыжималки, шторки для ванн, постельное белье, стаканчики. Может, докрасим стену? А то уже поздно. Лен, 3 часа ночи, может, хватит? Я хочу закончить. Лен, ты устала? Ни капли. К тому же завтра выходной, я днем отосплюсь. А я пойду прилягу. Хорошо. Мне хотелось как можно скорее увидеть гостиную в задуманном цвете. Это стало моей навязчивой идеей. Нет, все-таки это не тот цвет. Проходите, Сашенька. Спасибо. Ой, какой шикарный торт. Пойду чайник поставлю. Хорошо, а где Лена? Она у тебя дома. Странно. Дома ее нет. Я подумал, она к вам пошла. Нет, а где она может быть? Пойду-ка я посмотрю, дома ли она. А то опять куда-нибудь денется. Вот ты где. Саша, посмотри, какой ужас! Они так и не смогли подобрать мне нужный цвет. Ты что, тут все заново перекрасила? Ну это же так просто! Ну это же так просто! Подобрать нужный оттенок! Ну почему мне дали опять эти оттенки, кроме нужного? Слушай, а может этого оттенка просто нет? Есть! Гуще этого, но светлее этого. Это же так просто. Леночка, да что с тобой? Тебе плохо? Любовь моя, ты просто устала. Успокойся. 2 суток на ногах, еще этот запах краски. Все, пойдем на чистый воздух. Все, пойдем, пойдем, пойдем. А я потом все сам закончу. Пойдем. Нет. Нет. Мы должны сюда красить, пока не высохли стены. Знаешь что? Я сейчас смешаю 2 краски и получу нужный цвет. Нет. Все, хватит, хватит, хватит. Хватит, успокойся. Я не позволю тебе себя так мучить. В конце концов, сегодня выходной. Кстати, тут есть неподалеку одно замечательное кафе, в котором ты еще не была. Да? Да. Ну, когда вернемся, мы докрасим? Ну, конечно, докрасим. Пойдем?
Нам еще нужно обсудить наши свадебные наряды. Пойдем. В моей голове продолжали смешиваться различные цвета. Но все решили, что я просто отравилась запахом краски. Приближался день свадьбы, а у меня началась жуткая депрессия. Ты у меня просто прелесть. Ленка, тебе так идет это платье? Милая, да что с тобой, а? Ты что плачешь, милая? Тебе что, платье не нравится? Ну, я не хочу замуж. Глупая. Тебе что, Саша не нравится? Нет, нравится. Ну, тогда почему? Я боюсь. Да чего ты боишься? Света! Ой, Кирилл пришел. Свет, ты пожалуйста, где? Пожалуйста, помоги мне. Света! Успокойся. Я боюсь. Я боюсь. Что я не знаю. Тихо, 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 тихо. Волнуешься? Да, очень. Расслабься. Ну, чё ты? Приглашение разосланы, платье готово. Чего нервничать? Да меня Лена волнует. Она в последнее время какая-то дерганная стала. Ну, вот Лене-то как раз можно поволноваться. Это все-таки ее свадьба. Вчера примеряла ей платье, она вдруг ни с того ни с сего расплакалась. Говорит, замуж не хочу. Расплакалась? Да. Ну, это просто эмоции. Свет, ну, мы ведь хорошо знаем нашу дочь. Сегодня она горы свернет, а завтра комара испугается. Она всегда такой была. Ну, а сейчас волнуется за свадьбу. Хочет, чтобы все прошло наилучшим образом. Вот и нервничает. Ваше здоровье. Может, Саша тебя бьет? Да ты что? Он самый добрый, нежный человек на свете. Что за глупости ты говоришь? Не знаю, я просто удивилась, когда ты сказала, что не хочешь выходить за него. Ну и воображение у тебя. Да мы просто идеальная пара. Значит, замуж идти больше не боишься. Прости, я хочу побыть одна. Да, конечно. Мама считала, что я слишком чувствительна. Отец, что непостоянно. Нелли капризна. Отчасти они были правы, но они не подозревали, что кроется за всем этим. Меня разбудили твои шаги. Ты почему не спишь? Я не могу уснуть. Милая моя, твое состояние вполне естественно. Переживают не только женщины. Помнишь, накануне свадьбы, за неделю буквально, наш дядя Федор Петрович? Мама, это совсем другое. Я боюсь не только свадьбы. Я боюсь его на свете. Мне даже здесь страшно находиться. Ну почему, дочь? Я не знаю. У меня внутри какая-то тревога. Мне... кажется, что должно случиться что-то страшное. Милая, ну что может случиться? Ну что? Что именно? Я не знаю.
Я не могу этого объяснить. Милый, успокойся. Успокойся, ложись спать. Уже поздно. Тебе нужно отдохнуть. Ложись. Ну что, пойдем спать? Нет, после таких волнений я не усну. А где твои таблетки? Прими, заснешь. Мама! Мама! Мне плохо! Я задыхаюсь! Спокойно. Успокойся, дочка, скажи, что с тобой? Я легла спать, а потом почувствовала, что мне не хватает воздуха. Я умираю, папа! Скорую! Нужно скорую вызвать! Не надо скорую! Я боюсь, они меня убьют! Дочка, прими! Прими таблетки, прими успокоительное, да? Держи. Мань помогает, прими! Держи, прими. Держи так! Давай, 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 давай! Молодец. Вот водички! Умница! Водички попей! Так! Так, ну все! Все! Пойдем! В кроватку! Пойдем, пойдем, пойдем! В кроватку, моя хорошая, пойдем, 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 пойдем! Так вот, умница! Пойдем спать! Лена, вставай. Мам, закрой, а? Мешает свет. Уже полдень. Я принесла тебе завтрак. Ты 2 дня просидела в потемках. Это ненормально. Вставай. Саша ждет тебя в гостиной. Он хочет назначить новый день свадьбы. Я не пойду замуж. А, Лена. Я никого не хочу видеть. Прошло много дней, не помню сколько. Меня осмотрел психиатр. Он сказал, что у меня просто депрессия, и это пройдет. Но свадьбу снова отложили. Все на меня злились. Ну и чего ты добиваешься? Ладно мы, но Саша. Ты думаешь, я притворяюсь? Похоже на то. Ну зачем тебе это нужно? Сама же себе делаешь больно. Мне действительно очень больно, мам. Я бы все отдала, чтобы выйти из этого состояния. Знаешь, как я себя чувствую? Будто я дошла до конца дороги, а за ней ничего нет. Пропасть. Ну, иди в другую сторону и ищи мост. Ну, делай же что-нибудь, чтобы изменить свое состояние. Бесполезно. Ничего не изменится. Мне кажется, что так будет всегда, пока я не умру. Нет. Вот так не надо говорить. У тебя еще все впереди. Ты молодая, красивая, способная. Врач говорит, что нужно использовать свои способности. Ты прекрасно рисуешь. Мама, я ничего не хочу. Они не понимали, что у меня не было ни сил, нежелание даже просто выйти на улицу. Чтобы как-то отвлечься, я стала рисовать. Привет, любимая. Привет. У меня появилась гениальная идея. Что скажешь? А что это такое? Это мой новый проект. Отель в виде пирамиды, который будет стоять прямо посреди пустыни, чтобы туристы представляли, будто бы они находятся в Древнем Египте. Я покажу наброски шефу. Непременно он одобрит.
нам будет видеться. А я уверена, что и египтяне оценят эту идею. А туристы? Они же не захотят жить в пирамиде, это же гробница. Ну почему же не захотят? Это же так экзотично. А сколько будет стоить перевозка стройматериалов? А куда ты разместишь персонал? Для них построишь пирамиды рядом? Ну, конечно. Это будет просто исключительное место для отдыха. А зачем тебе столько книг? Мне нужно пособие. Пособие в 3 экземплярах? Это на случай потери. Ну, а Библия зачем? В Библии тоже говорится о Древнем Египте. Но к тому же я должна быть преисполнена благости, чтобы создать нечто исключительное, мистическое, с религиозной подоплекой. А Ромео и Джульетта зачем? Как? Неужели ты не видишь связи? Нет, никакой. Но это же очевидно. Но объясни мне, я не вижу ничего. Разберись сам. Извини, мне некогда. Никто меня не понимал. Да я и сама себя не понимала. Идеи, ассоциации, мысли сменялись у меня так быстро, что я не успевала за ними. Окружающим казалось, что я несу полную чушь. Саша хотел, чтобы я вернулась на работу и договорился о встрече с шефом. Но я решила сделать по-своему. Мне хотелось праздника, хотелось чувствовать себя центром вселенной, ловить на себе восхищенные взгляды. Почему ты так одета? Мы же договорились идти на работу. Мы не идем на работу, мы идем в ресторан. В ресторан? Да. Я все продумала. Мы пригласим туда шефа, напоим его шампанским, и я покажу ему свой египетский проект. Нет, мы этот проект никому не покажем. Почему? Тебе что, не нравится мой проект? А может быть, ты просто завидуешь мне? Завидовать нечему. Но если ты хочешь встретиться с шефом, ты должна немедленно переодеться. Немедленно. Почему? По-моему, прекрасное платье. Но если он увидит тебя в этом наряде, о возвращении на работу и речи быть не может. Ах, тебе уже не нравится мой наряд? Да нет, наряд хорош. Только для вечеринки, а не для деловой встречи. Да что с тобой происходит? Ты что, под кайфом, что ли? Что? Что? У меня просто хорошее настроение. Но, по-моему, тебе до этого нет дела. Подожди, куда ты? Я пойду без тебя. Нет, я не пущу. Убери руки, руки убери! Саша больше не приходил. Он разорвал наши отношения. Мои родители поняли, что дело совсем плохо, и отправили меня к психологу. Он расспрашивал меня о детских переживаниях, ассоциациях и еще о чем-то. Но я не слушала его. Я жутко переживала из-за того, что моя болезнь причиняет боль моим близким. Что сказал доктор? Леночка, иди в свою комнату, отдохни. У нашей дочери серьезное психическое расстройство. Этого не может быть. Она очень чувствительна. Она тяжело воспринимает свои неудачи, но она не сумасшедшая. Тихо. Лена услышит. Сядь. Света, я и не говорил этого. Просто доктор советовал обратить внимание на определенные симптомы. Какие? Ну, что наша дочь легко переходит от эйфории к депрессии, что она не дрожит ни здоровьем, ни карьерой, ни своим будущим. Поэтому он считает, что наша дочь больна. Значит, все-таки больна? Нет, ты слишком болезненно воспринимаешь все. Да нет, мам, не надо. Я сама понимаю, что все серьезно.
У меня такое чувство, что внутри меня живет кто-то другой. И я ничего не могу с этим сделать. Простите меня. Дочка, ну что ты? Никто не виноват. Никто не виноват. Давайте доверимся доктору. Будем надеяться, что он нам поможет. Доктор прописал мне множество лекарств. От одних хотелось спать, от других веселиться. Я перестала различать, какие чувства были истинными, а какие вызывались таблетками. Мам, хватит меня проверять. Я выпила все лекарства. Пожалуйста, не забывай принимать их вовремя. И главное, не перепутай. Да, приходила Нелли. Я сказала, что ты не готова еще встретиться с ней. А почему ты меня не позвала? Ну, с ней были подруги, и я подумала... Не хочешь, чтобы они видели меня в таком состоянии? Я правильно поняла? Да. Боишься, что люди узнают о моей болезни. Но ведь Нелли моя лучшая подруга. Значит, я действительно очень плохо выгляжу. Оставь меня, пожалуйста, я никого не хочу видеть, даже тебя. Лена. Лена. А я знаю, какой цвет тебе нужен. Знаю, знаю. А кто это? Знаю. А кто это? Я знаю, какой цвет тебе нужен. Потом, когда голос исчез, мне захотелось попить, и я пошла на кухню. Елена, вот он твой цвет. Какой цвет? Цвет, в который ты хотела покрасить гостиную Саши. Точно. Это он. Цвет крови. Смотри внимательно. Так я попала в психиатрическую лечебницу. Я ничего не помнила.
и не понимала, зачем я здесь. Мне казалось, что меня будут пытать, а не лечить. Успокойся, девочка моя хорошая. Все будет хорошо. Успокойся. Что происходит? Ничего не происходит. Ты просто должна... Я вас спрашиваю, что происходит? Ты должна отдохнуть просто, просто. Ничего не происходит. Отпустите меня, слышите? Конечно, мы тебя отпустим. Вы не имеете права, слышите? Господи. Господи, ты... Господи, моя родная, да что ж... Что же ты с тобой такое, родная ты моя? Господи, да что же ты так, милая моя, любимая? Уходите! Я не хочу вас видеть, слышите? Уходите! Оставьте меня! Оставьте меня! Я ненавидела своих родителей. Что бы ни случилось, они не имели права сдавать меня в сумасшедший дом. Не должны были позволить, чтобы их дочь привязали как животное. Так мне тогда казалось. Первые дни дались мне нелегко. Мне было противно, что за мной следят, как за маленьким ребенком. Рисовать. Это моя работа. А, ты, наверное, учитель рисования. Нет. А кто же ты? Расскажи. Потом, я хочу рисовать. Рисуя, я поняла, что мои самые лучшие, самые худшие черты неразрывно связаны. Моя одержимость цветами и формами могла находить здоровое воплощение. Леночка, ты не сумасшедшая. Нет, конечно. Но случай твой достаточно сложный. Но почему это проявилось только сейчас? Раньше ведь все было хорошо. А ты вспомни, ты же мне рассказывала, что ты очень-очень устала. А это как раз случается с женщинами после 20-25 лет, вот как раз на фоне стрессовой ситуации. Она у тебя и была. Скажите мне честно, вы сможете мне помочь? Я смогу вернуться к нормальной жизни? Конечно, конечно. Только главное зависит от тебя. Весь успех зависит только от тебя. А ты должна следовать моим советам и неукоснительно выполнять все требования. Все. Поняла? Скажи, поняла? Поняла. Я сделаю все, что вы скажете. Хорошо. И знаешь что, Лена, рисуй. Рисуй как можно больше, у тебя это хорошо получается. Мне кажется, чем больше ты будешь рисовать, тем скорее ты поймешь, что творится у тебя в душе. Меня слышишь? Согласна? Да. Договорились. Спасибо. Человеку с маниакально-депрессивным психозом
Постоянно приходится балансировать на тонкой ниточке между эйфорией и отчаянием. Многие больные не могут себя контролировать. Тогда приходится надеяться только на родных. Даже трудно представить, как им в этот момент тяжело. На сегодня хватит. Вы так увлеклись, что совсем забыли про обед. Я не хочу есть. Хочу, не хочу, надо. Можно я еще порисую? Вы обязательно порисуете, но только попозже. А сейчас вам нужно набраться сил. Не могу понять, почему это случилось со мной. В жизни все происходит далеко не идеально. Есть много других больных, которым требуется каждодневное лечение и уход. Дочка, если не падать духом, можно приспособиться ко всему. Но ведь я причиняю страдания не только себе, но и вам. Не говори так, дочь. Мы тебя очень любим. И никогда не оставим в беде. Вместе мы преодолеем все трудности. Интересно, кто это? Наверное, это ко мне. Да, мамочка. Только вы с папой теперь у меня и остались. Больше никого. Я думаю, ты ошибаешься. Здравствуйте. Саш. Проходи, я сейчас. Как ты? Лучше. Хочешь чаю? Нет, спасибо. Нелли передавала тебе привет. Спасибо. Я не знал, что с тобой. Я пришел поговорить о нашей свадьбе. Не надо, Саша. Я прекрасно понимаю, что теперь о ней не может быть и речи. Нет, ты не понимаешь. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы мы были вместе. Ты знаешь, я могу передать эту болезнь нашим детям. Я знаю, я читал. Я повторяю, я люблю тебя. И я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты не знаешь, о чем говоришь, Саша. Мне самой тяжело, а кого тебе будет? Я вытерплю. Ты согласна? Я не знаю. Я должна подумать. Конечно. Подумай. Но мои чувства не изменились к тебе. Да, я отдал твои рисунки моему другу, художнику. Рисунки?
Да. Какие рисунки? Я несколько дней назад был в больнице, не решился подойти к тебе. Я, когда медсестра отвела тебя на обед, я забрал твои рисунки. Они великолепны. На следующей неделе у тебя будет персональная выставка в нашем архитектурном бюро. Придут наши коллеги, друзья, знакомые. Выставка? Как? Этого не может быть. Представляешь, тобой заинтересовались. Будет пресса, телевидение. Это правда? Да. Боже мой. Организатор выставки ждет от тебя новых работ. Так что тебе не придется сидеть, сложа руки. Ну а после выставки мы обсудим нашу свадьбу. Ты согласна?